Богослужение, обращенное к уму и сердцу юного христианина. Впервые в Иоанно-Предтеченском храме собора святого великомученика Георгия Победоносца совершается детская литургия. Ее участники – воспитанники воскресной школы, а также юные прихожане. Ребята вместе с родителями в воскресенье утром пришли в храм, чтобы причаститься святых христовых тайн. Поет за богослужением детско-юношеский хор Георгиевского собора под руководством регента Ульяны Литвиненко. Первую детскую литургию совершает священник Александр Красильников, директор воскресной школы. Богослужение ведется по чину, правда, с пояснениями. Это важно для юных пытливых умов и сердец. Ребята внимательно слушают батюшку, который объясняет, из каких частей состоит литургия, которая является общим делом приобщения к Богу. Мы делаем специальную проповедь, объяснение службы для детей, вот, чтобы они не рассеивались, и особый подход для их подготовки к причастию. По длительности детской литургии уступает привычной взрослой, однако именно так, плечом к плечу со сверстниками и своими друзьями, ребята получают духовно-молитвенный опыт, становятся внимательнее и даже послушнее. Рассказ о жизни Спасителя Иисуса Христа языком богослужения постигается все проще. Юные прихожане находятся не за спинами родителей и взрослых, а обращены к алтарю, где происходит такое важное и волнительное таинство – Евхаристии. Само событие этой детской литургии – это очень интересно, ведь обычная литургия смешанная, то есть там и взрослые, и дети, а здесь детская. У меня восторг большой, у меня радость, еще легко на душе. Зачем в храм приходишь? Чтобы верить в Бога, ему молиться. Исповедовать свои грехи. Первая детская литургия в Георгиевском соборе собрала небывалое количество прихожан. После причастия для ребят подготовили трапезу. Подкрепившись, юные прихожане отправились на занятия в воскресную школу, где есть несколько направлений для детей и взрослых. При соборе открыты курсы по изучению священного писания, ведутся богословские беседы, организованы творческие кружки, детско-юношеский хор, действует православный киноклуб. Приобщиться к жизни собора может каждый, независимо от возраста. Следующая детская литургия состоится в ближайшее воскресенье, 11 марта. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».